У нас тут возле трансформаторной будки растет мальва. Кто-нибудь любит мальву так же, как и я? Смотрите, как красиво она с ромашечками смотрится. Хотела сказать, как же я обожаю лето. Мне жара практически нипочем. Ну, так, в пределах нормы. При нашей влажности, конечно, 36 градусов не нужно. Ну и, конечно, когда на работе очень тяжело. А так просто обожаю. Даже вот эти, понимаете, ароматы в жару, которые ты проходишь вот мимо домов жилых. И пахнет там, не знаю, едой, потому что окна все открыты. Для меня это тоже запах лета, кстати. Очень приятно. Мой аутфит сегодня. Я просто иду в магазин. Небушка голубое. Липы отцвели. Цвет такой сухой. Вот я под липами иду. Остался, но тоже приятно пахнет. Здесь еще совсем недавно было здание. Ну, такой еще советской постройки. Знаете, как, я даже не знаю, можно это было назвать там, типа, дом быта или что-то в этом роде. Когда дочка еще ходила заниматься музыкой, гитара. На гитаре она хотела научиться играть, мы ей дарили, она ходила, занималась. Ну что ж, я вернулась домой. Как-то хотелось поснимать вам что-нибудь, рассказать, но так жарко, что я еле доплелась. У нас уже вечер, и у нас всегда после 4 самая-самая жара. Вот не знаю, почему так. Кое-что купила на рынке, кое-что купила в магазине. Бананы в магазине, черешня, огурчики. Это сорт родничок, помидоры. Не очень красивые были, но красные. Кинза, лисички. Захотелось лисичек. В этом году первый раз, кстати, я купила. Это на рынке. Салат айсберг в магазине. Вот такие помидорки еще желтые. Они очень-очень приличные. Причем даже в холодное время года тоже они весьма неплохие. Также немного фарша взяла. Это такой говяжий. Нектарины тоже в магазине, и абрикосы. Ой, и нектарины, и абрикосы ароматные и такие прям вот подспелые. Так что, думаю, вкусные были. Будут пачка масла, простите, что-то я заговариваюсь под конец дня. И это такое, знаете, как колбаску. Помните, мы раньше делали со сгущенным молоком? По-литовски это называется тенгенис. Вот такой домашний купила. Так, это я не в магазине покупала, это просто комплимент один. Так, ну и все. А, и да, еще картофель. Немного картофеля молодого. Это я в магазине взяла. А рынок у нас уже был такой, никакой. Ну и вот здесь моя красота сидит, ждет. Грязная дверь у меня здесь. Солнце светит, боже мой, надо почистить. Асенька, все в ожидании. Да, вот так вот, Лёлечка. Да, весь день. Где вы ходите? Где вы ходите, скажи? Ладно, все, буду готовить. Сейчас хочу заснять рецепт. Покажу вам. Да простой рецепт. Это будет просто омлет. Но в своей книжке старой... Я не люблю омлет. Не знаю почему. Вот какие-то водянистые для меня яйца. Что-то все время не то. А мои... В общем-то, любят. И тут случайно абсолютно я наткнулась в книжке, смотрела просто какие-нибудь другие интересненькие рецептики. И вот наткнулась на омлет. И там, значит, было упомянуто о том, что омлет и запекают в духовке, и делают на паровой бане, и на сковороде. И вот я зацепилась за эту паровую баню, хотя в итоге сделала его в духовке. И вы знаете, этот вариант мне понравился. В двух моих книгах было приведено два варианта. С детским питанием 50 мл молока на каждое яйцо среднее. А в
книжки такой взрослой, со взрослыми рецептами, 30 миллилитров. Вы знаете, я пробовала и 30, и 50, и мне вот золотая середина, 40 миллилитров на каждое яйцо, понравился такой вариант больше всего. Давайте приготовим. Я делаю уже так давно, но ни разу вам не показывала. Я беру в данном случае 10 штук яиц, потому что буду готовить на всю семью. Сейчас придет сын. И получается так, женщинам по 2 яйца, мужчинам по 3. Разбиваем в миску, добавляем на каждое яйцо по 40 мл молока. И взбивать не нужно, просто перемешиваем хорошо. Вот у меня оказались какие-то вредные желтки, первый раз такое, они не хотели никак размешиваться. И в итоге всплыли наверх. Так лучше не допускать, ничего страшного не произошло, омлет все равно получился замечательный, но просто так желтки могут подсохнуть наверху, все-таки они должны раствориться, но не взбивать никакой пены, ничего, просто хорошо яйца размешать, вот это вот белок должен остаться неоднородным. Все, любую форму смазываете сливочным маслом и выпекаете в разогретой до 160-180 градусов Цельсия духовки, где-то, 40-50 минут. У меня при 160 градусах получается где-то 55 минут. Он такой необыкновенно красивый, воздушный, пышный получается. И вот эти вот пузыречки в нем очень красивые. Прям такой, знаете, сливочный у него какой-то разрез. Такой кремовый, вот так будет вернее сказать. Попробуйте, это классный вариант омлета. Кстати, вот как я уже сказала, в книге написано и о том, что можно и на водяной бане сделать. Но мне кажется, в духовке меньше проблем. Забыла важный момент. Когда вы достанете омлет уже с духовки, либо за 5 минут до окончания приготовления, смажьте верхушку тоже сливочным маслом. Он уже плотный, держит форму. И я обязательно смазываю, получается очень вкусно. Такой омлет мне нравится. Мои дорогие, хочу показать вам кусочек своего школьного, еще среднего образования. С одной из зрительниц, моих подписчиц, зашел у нас разговор по поводу предмета в школе и такое обсуждение по поводу того, на каком уровне находится среднее образование. И я вот высказала свое мнение по поводу своего среднего образования, которое было мной получено в Риге, на тот момент в Пурцемской гимназии. И я сказала, что считаю его просто великолепным, и оно было на высочайшем уровне, на мой взгляд. Ну, конечно, не по всем, возможно, предметам, есть много нюансов, но, тем не менее, большую, очень такую стабильную основу в жизни мне дала именно моя средняя школа. На тот момент Пурцинская гимназия. Вот у меня есть перевод на русский язык, на тот момент мне нужен был перевод, он заверен нотариально, потому что я рассматривала варианты поступления в Россию, такая возможность у меня была, но потом получилось по-другому. Вот, перевод оценок с 10-бальной системы в 5-бальную. Вот у моей зрительницы возникли сомнения в том, что, например, машинопись и делопроизводство у меня были основным курсом, школьной программы, и что это все было серьезно и изучалось на протяжении нескольких лет. Вот я показываю это оценки. Из таких нестандартных вещей это психология,
основной курс. Я собиралась ее сдавать, но в итоге сдавать не стала. Нужно было сдавать математику, и нужно было сдать ее на отлично, чтобы иметь возможности для поступления реальные. С математикой у меня проблема. В общем-то, можно сказать, что это единственная причина, по которой я отказалась от этой своей идеи. Возможно, сейчас я поступила бы по-другому, но так, как есть. Так вот, психология изучалась мной на протяжении где-то 5 лет, 7 класса. У нас было 2 преподавателя, женщина и мужчина, и психология изучалась на очень... Знаете, вот я даже вспоминаю себя ребенком, там 8-9 класс, да, и, вы знаете, это были не поверхностные темы, там какие-то... не знаю, тесты на нас, да, чтобы что-то продемонстрировать. Это было глубокое изучение со всеми терминами, понятиями. Иногда бывало скучно, иногда бывало очень интересно. Даже не то, что скучно, а немножко нудно, потому что это же, ну, даже можно где-то сравнить с медициной, да, когда у тебя только термины, определения и так далее. И вот, пожалуйста, машинопись и дело производства – это тоже основной курс. Ну, вот художественная самодеятельность у нас была, ну, это вот просто как бы, просто зачет, никак это не оценивалось, в общем-то. А машинопись и дело производства я сдавала, и экзамен сейчас покажу. Сдан квалифицированный экзамен по специальности машинопись и дело производства. Присвоена квалификация машинистка. И, в принципе, у меня есть отдельный диплом по машинописи и делу производства. Мне кажется, что я его как-то показывала. Там указано количество знаков в минуту, которую я печатала там и так далее. Как мне встретиться, я вам покажу. Ну, вот повторюсь еще раз, мне кажется, я уже показывала. Я хочу сказать, что я никогда не лгу. Я не уважаю людей, которые врут, строго к этому отношусь. Поэтому, если я сказала, что у меня есть квалификация, что я получала в той или иной степени образование по какому-либо предмету, то значит, так и было. Можете мне поверить. И я думаю, все те родные люди, которые смотрят меня, а также друзья и знакомые, подтвердят то, что я, в общем-то, человек слова. И если уже я о чем-то рассказываю, то всегда только правду. А если я что-то не хочу рассказывать, я просто не рассказываю. Либо не рассказываю до поры до времени. А здесь, еще до того, как дочь улетела в Барселону, мы с ней прогуливались по магазинам за необходимыми ей в дорогу покупками и зашли в парфюмерный. Вот о впечатлениях и об ароматах каких-то новых и не очень новых, о которых я уже когда-то упоминала, я обязательно в скором времени расскажу, поделюсь своим впечатлением. К сожалению, у меня просто не было возможности сесть и вам спокойно рассказать об этом. Небольшое видео, но от всего сердца, от всей души. Я надеюсь, что в ближайшее время смогу чаще к вам выходить. Обнимаю всех, целую. Прекрасного всем лета. До скорых новых встреч на моем канале. Всем пока!